Приветствую, ребята! Сегодня мы опять будем играть в игру под названием Undertale Yellow. В прошлой серии мы победили летучую мышь Децибета и пришли в головолом. Погнал. Враг, ну конечно. Криспи Скролл ищет с кем бы поговорить. Охуеть, как поговорить. Бан сверхточным. Я не сдамся. Что где? Прости, Криспи. Нифига, опять опытаж. Теперь это уже точно напоминает Undertale Purple. О, господи боже. Тут либо ты, либо я. Супер. Короче, это пипец какой-то. Так. Значит, так. Понял. Всё. Все. Открыли наконец. Чё? Вы толкаете ворота. Они не поддаются. А чё мне надо сделать, алё? Ну, зато шипы открыл. Чё? Господи, где это я? А это лабиринт. Ничейное перо. Взять. О, децибет. Так, правда. А там что? Вы замечаете темный тоннель за камнями, но не можете сквозь них продвинуться. Ладно, походу у нас нету другого выбора, как пробраться через децибета. Здорово, дорогой. Он крепко спит. Наверное, вам не стоит его будить. Ну, конечно, а то я помню, что было в предыдущем бою. Ага, где это мы? Ну чё, как ты там, ё-моё? Оу. Не знаю, кто ты, но прошу, пожалуйста, уходи. Бля, не туда. Флауи, давай сохраняй, дружище. С этой тряпкой? Ага. Зал. Нифига себе зал. А это чё, опять? Паутина, богатая на початки. Пипец, бля. А тут у нас что?
Ни хрена, это что такое? А, так вот куда он вышел. Охренеть, что там у него находится. Среди початков запрятался корндог. Взять. Про Тоби Фокса не забыли. Опа. Это я еще не встречал. Переключатели. На который я нажал, и ни хрена наверняка не произошло. А-а-а! Так вот, для чего это было? Ну, стой, активировал эту чертову дверь. Опять собак. Бан. Прости. Оу. Угу. Но у меня нету точилки, к сожалению. А то извини. Бан. Бан просто. Просто в бан. Пальцем щелки. В бан. Так. Кстати, это забавный факт, а чё это вообще? Вот это чё реально? А, тут я уже больше врагов не могу встретить, класс. Мне нужно опыт накопить, ёппарабаран. А тут чё? А я даже и забыл, чё там находится. Так а как мне туда залезть? Да я уже понял, что ход воспрещен. Это пипец какой-то, это полный пипец. Класс. Флайер, иди-ка в жопу. Благо далее мне никто не будет встречаться. Ну, кошак, это забавно. Так, в логово децибета. Классно. Рорим. Ладно, может я Рорим это пощу. Ёптую налево. Это ж осколки стекла, ёкарас. Блин, а? Ладно, пощадим. Монеты-то получим. А я неплохой-то. Зато поддались ворота. Не наступайте на цветы. А нахрена было располагать эту табуречку рядом с цветами?
Ладно, не буду мешать, я суну децибета, поэтому идем, пожалуй, за этим неизвестным человеком. Угу. Здоровеньки. Ты продолжаешь идти за мной? Казалось бы, я ведь дал понять, что желаю остаться наедине. Не понимаю, ты выглядишь в точности как тот... Это какое-то паранормальное преследование? Или ты здесь, чтобы закончить начатое? Мало того, что я здесь закрылся, надо было меня еще выследить. Я прав? Я сейчас не понял. Я ведь ничего не делал. А я ведь только начал мириться со своей судьбой жестокой. То, что я тебе сделал в тот день... Я не хотел, я просто... Нет, словами это не решить. Я не хочу ни с кем драться, но ты вторгаешься в мой дом. Выход заблокирован, и остаться тут ты не можешь. Я не позволю. Что он делает? А... Чего? Остался лишь один способ это решить. Он чё, вампир? О, господи. Дал фокусирует свой боевой настрой. Может, я тебя буду называть Владом? Реально, Дал, я тебя, может, Владом буду называть? Ладно, давайте с Владиславием, ё-моё. Далв не замечает ваш жест доброй воли. Доброй воли. Вряд ли у тебя получится уйти тем же путем. Тем же путем. Я прав? Так было бы легче для нас обоих. Чё? Нифига. Его стихия электричества. Знаете, прикольно. Так, говорить. Похоже, Далв не отдает общению должной значимости. Так или иначе, а откуда ты вообще? Сюда же нет доступных проходов. А я тут случайно провалился. Шо? Это против правил, мужик. Мужик, это против правил, алло. Проверить. Дал. Атака 6, защита 4. Хочет побыть один. Но что мне понятно, так то... то каким-то образом тебе удалось меня найти. Извини, что все усложняю, но на этот раз я не собираюсь скрываться. Ты чё? Чудо! Это чё за бомба, мужик? Похоже, Дал боится проводить следующую атаку. Я не хочу зла. Остальные монстры, им от меня тоже досталось. Не то, чтобы мне было дело до их жизни. Это еще что, блин, такое? Так. Дал выходит в запугивающий образ. Давай поговорим нафиг. Это область руин, мой дом. В моем доме есть правила. Местные это понимают. Ай, бля. Господи, боже. Я сейчас так сдохну. Кэнди Корн. Я смог. Но, похоже, табличек для тебя было мало. Либо так, либо ты специально игнорируешь. Либо так, либо ты специально игнорируешь мои пожелания. А, то есть это Дал в табличке. То есть это Дал в табличке писал. Но извини, что вошел в твою собственность. Господи, это вообще чё? Ну, тем не менее, это немного-то...
Лимонад. Кислый. Но исполнили семерку. Что за грустное лицо? Разве ты не понимаешь? Разве ты не помнишь меня? Как я тебя должен помнить, мужик? Я ж тебя впервые вижу. Ладно. Я знаю, что ты не фантомное видение, но могло ли быть так, что... Нет, это невозможно. Да за кого ты меня считаешь? Далв, я хрен знает, кто ты вообще. Я... Короче. Так, ладно. Ты выглядишь так беспомощно. По-другому. Но что, если это всего лишь маска? Я попробую пощадить Далва, ребята. Все же попробую. Далв прерывается, чтобы потереть свой плащ. Зашибись. Я, ё-моё, хочу с тобой подружиться. Нет, ты не собираешься мне вредить. Ты не... Я спутал тебя с кем-то другим, не так ли? Как я мог быть таким глупым? Я сожалею, правда. Все вышло из-под контроля. Я не знаю, как это все исправить. Далв выглядит неуверенным в своих дальнейших действиях. Блин, еще его пощадить, еще... Пожать руку загорелась желтым. Давай! Далв принимает ваш жест доброй воли. Ты хочешь, чтобы я пожал тебе руку? Даже после того, как я несправедливо напал на тебя? Но это же знак дружбы. Ты человек, верно? Там, откуда ты родом, делают так же? Я не уверен. Я не ожидал встретить еще одного человека. Не говоря уже о дружбе с ним. Не пойми меня неправильно. Мне бы хотелось завести друга. Ну, я так думаю. Я не особо помню, каково это. Думаю, я попробую, если ты не против. Наконец. Давай. 15 голды. Класс. Все. А чем друзья в принципе занимаются? Ты хочешь, посмотреть мой дом? Посмотреть на мой дом, как вариант. Мне все равно по пути. Так что можешь зайти, если есть время. Времечко у меня есть, мужик. Нифига себе у тебя дом! Мне надо, поправить кое-что в другой комнате. Проходи, располагайся, разуйся. По правде, пожалуйста, не разувайся, пол немного грязный. Я с самого утра не подметал. Нифига, чего у Влада происходит. Просто зашибись. А. Не, ну, типичный вампир 17 века, как говорится. Правда, немного современнее. Ладно, я знаю, что тебе не терпится продолжить свой путь. Но ты можешь быть здесь столько, сколько хочешь. Нифига себе. О, а это чё? Выбор еды у меня невелик. Нечестно выхожу из дома. Постой, у меня есть кое-какие остатки. Можешь взять с собой. Надеюсь, тебе понравится. Он с моего дня рождения. Мне даже представить, сколько тебе лет, сложно. Ты в прямом смысле вампир. Тебе, наверное, стабильно где-то 300. Чё ты сейчас сказал? Губковый торт. Мой любимый. Знаешь что, вампирюга, я сейчас тебя вынесу за такие слова. Это прямое жестокое обращение к губкам.
Это губка, покрытая глазурью. Взять? Ну нахер! Нет? Что ж, ладно. Полагаю, мне больше достанется. Я не готов пожрать своих, алло! Хотя... Ага. Устрашающего вида шкаф. Охренеть. Открыть? Что? Господи боже. Это, ты не против, если Попс побудет наедине с собой? Он любит темноту. Вы мешаете Попсу. Вы мажете Попсу на прощание, прежде чем вновь закрыть створки. Это что такое? Ну давай, Влад. Тебе нравится? Это мои проекты. Иногда я пробую писать книжки. Но вроде детских. На столе раскидано много цветных карандашей и листков с милыми рисунками. Временами я подзабываю, какого цвета все там снаружи. Так что я просто выдумываю по ходу дел. Мне кажется, что детям так будет интереснее. Но боюсь, что не так познавательно. Да. А это что за мусорка около тебя? А, это горшок для цветов. Полный земли. Класс. Я посадил сюда репку. Она, гляди, взойдет со дня на день. Но боюсь, что она торопиться не желает. Но и не нужно подгонять. Так, маленький столик с выдвижным ящиком. Похоже, он заперт. И Влада на это... И Дал на это даже никак не отреагировал. Так, небольшой столик стоит в углу комнаты. Невозможно не заметить, как аккуратно он сделан. Ага, понял. Давайте посмотрим следующие комнаты. Опа! Офигеть, огромная картина кукурузы. Дай-ка посмотрю. Довольно давно кто-то нарисовал мне эту картину. На ней кукуруза с того кукурузного поля в руинах. Все то поле я вырастил из одной кукурузы. До того, как я закрыл дверь в Сноуден, до того, как я закрыл дверь в Снежниград, случилось кое-что. Я постоянно находил кукурузу на пороге своего дома. Каждое утро она просто оказывалась там и все. Не знаю, кто приносил ее мне, но... Почему-то мне кажется, что этот кто-то был мне другом. Мне всегда хотелось отплатить за такую доброту, но... Я никак не мог придумать, что оставить взамен. А в один день она просто перестала появляться. И тогда я решил закрыться ото всех. Но посадил в землю последний початок из тех, что осталось. И она, похоже, неплохо прижилась в местной среде. Что удивительно. Для меня это своего рода стимул. А чё ты... Давай лучше посмотрим на что-то другое, ладно? Ладно. Так, снова столик. Снова запертый. Опа. Чё за швабра? Будь осторожней с ней. Эта швабра все время была для меня лучшим другом. Никогда не думал, что ее заменит настоящий друг. Согласен, Далв. Только почему я не могу туда пройти? Ну, я тут все смотрел. Пора мне уже выходить. Уже уходишь? Покинуть дом Далва. Хотя... Нет, Далв, я еще посижу. Ну хорошо, осматривайся сколько хочешь.
Но сначала я сохранюсь. А то небезопасно как-то. Всего 4? А зачем мне узнавать, сколько монстров осталось? Добро пожаловать обратно в мой дом. Я не особо знаю, что сказать. У меня была колода карт для экстренных случаев дружбы. Но я не знаю, где они. Чувствую себя как дома. Опять. Ладно, ребята. На этом мы и закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Пока!